Теперь это случилось и с Великобританией. Международное рейтинговое агентство Moody's лишило страну высшего кредитного рейтинга. Специалисты объясняют свое решение наличием у государства долгов и слабой конъюнктурой. Они полагают, что в ближайшее время рост британской экономики будет слабым. Правительство уже забило тревогу. Это прямое напоминание о долговых проблемах, с которыми столкнулась Великобритания, и все, кто думал, что мы можем уйти от этих проблем, получили сегодня максимально ясное предупреждение. За последние 5 лет объем долгов в Великобритании увеличился в 2 раза. Основная причина – большой финансовый сектор. Для его спасения несколько раз потребовалась значительная поддержка государства, в результате чего образовались большие дыры в бюджете. Кризис еврозоны тоже повлиял на ситуацию, считают аналитики агентства. А еще указывают на курс жесткой экономии, который выбрало британское правительство, чтобы рассчитаться с долгами. Но отказываться от выбранного пути Лондон не собирается. Если мы откажемся от планов по погашению долгов, это только ухудшит положение, в котором мы оказались сейчас. Наоборот, мы планируем придерживаться ранее намеченного курса. По результатам этого рейтинга кредиты для Великобритании могут стать дороже, а это еще одна нагрузка на бюджет. Результат рейтинга Moody's показывает, до преодоления финансового кризиса Европе еще далеко.